Всем привет, с вами СтивПро, и сегодня покажем снежную карту для Майнкрафта Pocket Edition. Многие меня просили выложить свою снежную карту, то есть плоский мир, в котором вся карта сделана из снега, да, ну, или рассказать о ней, как это сделать. Но я все-таки решил вам выложить карту, потому что рассказывать об этом будет очень долго. Да, и здесь вся карта будет сделана из снега. Но, к сожалению, эта карта скрыта в том, что карта будет сделана в одном блоке. То есть высота этой карты всего лишь один блок. Не высота, а точнее ее, ну, не знаю, как это назвать, но просто она будет в один блок. И везде будет один снег, да. И снег будет генерироваться постоянно. То есть, куда вы ни пошли бы, будет везде снег. Да, довольно прикольная карта, поэтому за это, ну, можно поставить лайк. Давайте попробуем набрать 25 лайков. Ну и будет следующая карта. К примеру, я могу сделать карту полностью из деревьев или полностью из пшеницы. Да, это довольно легко, но рассказывать я не буду, так как это просто долго. Ну что ж, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.